Всех наград и медалей ветерана Великой Отечественной войны Михаила Федорова и не перечислить. Михаил Борисович работал начальником дистанции защитных лесонасаждений Куйбышевской железной дороги. Был депутатом городского совета 4 созывов, председателем комиссии по озеленению и благоустройству города. Возглавлял Димитровградское общество охраны природы. С присвоением высокой награды почетный гражданин города Михаила Борисовича поздравили председатель правительства области Александр Смекалин и глава города Алексей Кашаев. От души вас поздравляю с этим высоким званием. Откровенно говоря, мы гордимся, что живете в нашем городе. Мне очень приятно пожать вам руку, признателем. Михаил Борисович и сейчас старается быть в курсе всех городских событий, а признание его почетным гражданином города без ложной скромности считает заслуженным. Для меня это, во-первых, большая честь, потом большая радость. Даже трудно сказать себе представить, как мне это важно. Практически я с самого начала своей трудовой деятельности занимался для того, чтобы что-то сделать людям. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.